Смотрим на предматчевую разминку Канте. Дебютный матч в лиге он сегодня проводит. Ну что же, пожелаем удачи. Здравствуйте! Сегодня с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И мы смотрим четвертьфинал Кубка Испании. Обе команды приложили немало усилий, чтобы добраться до четвертьфинала. И, разумеется, никто не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня Реал Мадрид встречается с Бетисом. У нас сегодня в полузащите новое имя. Да, эта линия нуждалась в усилении. И вот, наконец, тренер получил игрока, который ему был так нужен. И смотрим на состав мадридского Реала. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Состав гостевой команды. Тренер выбрал очень сбалансированную тактическую схему. Да, надо сыграть надежно в обороне, но самое главное, не в ущерб атакующим действиям. Итак, начинается четвертьфинал Кубка Испании. Обе команды приложили невероятное количество усилий, чтобы добраться до четвертьфинала, и, думаю, точно не будут останавливаться на достигнутом. Матео Ковачич. Харри Кейн. Потерял он мяч, но кому он достанется? И покидает мяч штрафную. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Марсело. Марко Асенсио. Нголо Канте. Матео Ковачич. Вильям Карваль. Кристиан Телью. Марк Бартра. Мяч вперед идет к чужим воротам. Нголо Канте. Бейл. Марко Асенсио. Гаррет Бейл. Асенсио. Марк Бартра. Каналес. Крис Вуд. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Бейл цепляется за этот мяч. Матео Ковачич. Даниэль Карвахаль. Вильям Карваль. Кристиан Телью. Крис Вуд. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Все правильно, выбит мяч из штрафной. Харри Кейн. Матео Ковачич. Бейл. Харри Кейн. Марко Асенсио. Менье. Будешь навешивать, а? Арбитр фиксирует нарушение со стороны Реала. Желтая карточка, все по делу. Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Да, бывает, что в похожих эпизодах судьи не свистят. Но это, конечно, не наш случай. Опасно подать штрафную именно отсюда. Подает в штрафную. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Голкипер забирает мяч.
Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Бэй. Все верно. Края надо чаще задействовать. Ну, тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливо получилось. Это передача. Матео Ковачич. Гаррет Бейл. Кейн. Передача на кросса. Опять Кейн с мячом. Гаррет Бейл. Спокойно, четко и вовремя защитник мяч выносит. Матео Ковачич. Смещается в центр. Канте! Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Хорошо мяч перехватили в атаке. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Матео Ковачич. Нголо Канте. Росс. Гаррет Бейл. Мяч у соперника. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Реал идет к воротам соперника. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Крис Вуд. Ленье. Нет, не дошел этот пас до адреса. Вне игры фиксирует боковой. Харри Кейн. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. У Карвахаля на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. Менье. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Матео Ковачич. Бейл. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Варан. И мяч забирает Бейл. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Росс. Асенсио. Матео Ковачич. Асенсио. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Итак, гол в раздевалку получает команда, и ее тренерам придется сейчас придумывать что-то новое. Ну и другой команде также придется, видимо, придумывать что-то новое, и не исключено, что они сыграют более смело в атаке во второй половине матча. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Крис Вуд, Канарис. Продолжают владеть мячом, очень долго. Тут может быть опасно, здорово открылся игрок под этот пас. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Матео Ковачич. Бейл. У Карвахаля на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. Харри Кейн. Кросс! Удар, штанга и гол! Мяч сотрясает стойку ворот и отскакивает в створ. Это гол. Вот интересно, а не было ли там рикошета? Довольно неприятный момент все-таки для вратаря. Он вроде бы контролировал ситуацию, но тем не менее мяч оказывается в сетке. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Дэн Лобрин. Три четверти пути пройдены. До полуфинала остался один шаг длиной в 45 минут. И одна команда готовится к этому шагу, ведя в счете по сумме двух матчей. И тем важнее им сейчас провести второй тайм собрано и без ошибок.
Арбитр дает свисток, и начинается второй тайм четвертьфинала Кубка Короля. В первом тайме мы увидели по-настоящему выдающуюся игру обеих команд. И посмотрим, смогут ли они продолжить стоп. Тут все очевидно, будет штрафной. Мяч у вратаря, все в порядке. Нголо Канте. Марко Асенсио. Харри Кейн. Кросс. Тони Кросс. Ну, не просто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство. Удар Кейна! И угловой зарабатывает мадридский Реал. В центр штрафной подан мяч с углового. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Тони Кросс. Есть удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Каналес. Вильям Карвалью. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Харри Кейн. Матео Ковачич. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Виера. Марко Асенсио. Кросс. Кейн. Бейл. Пас на Тони Кросса. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча у них. Кросс. Марко Асенсио. Харри Кейн. Матео Ковачич. И удар с угла поля выполнит мадридский Реал. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Манчестер Юнайтед сегодня потратил круглую сумму, насколько я знаю, на нового игрока. Это так? Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Реал Мадрид будет вбрасывать из-за боковой. На замену решился тренер. Гаррет Бейл. Матео Ковачич. Нголо Канте. Асенсио. От души по мячу он приложился. Рос. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречная. Асенсио. Харри Кейн. Игрок. Мадридского Реала введут мяч в игру. Снимает его с игры тренер, но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Матео Ковачич. Нголо Канте. Тони Кросс. Опасно! Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Менье. Вильям Карвалью. Пишчик. Грамотный пас, все по делу. Подача, чей мяч будет? Он явно задумывал немного другой навес. Вынос, главное, чтобы повыше и посильнее. Отличный удар и отличное спасение Кейлора Наваса. Судья показывает на угол поля. Подали мяч с углового в центр штрафной. Дэн Ловрен. Кристиан Телью. И пробил игрок. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Кросс. Кросс. Реал на половине соперника. Удар Кейна. Менье. Аут будет бросать мадридский Реал. Неймар. Кросс.
Кейн. Ковачич! Угловой удар, мяч у мадридского Реала. Навешивает с углового Тони Кросс. Матео Ковачич. Передача на Неймара. Крис Вуд. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Неймар. Кросс. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Харри Кейн. Кросс. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. По Стерлинг! Рахим Стерлинг. Кросс. Очень своевременный отбор. Если бы не он, быть беде. Будебус. Менье. Пишите. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Ну а потом скажут комментатор. Сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Матео Ковачич. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Крис Вуд. Менье. Вильям Карваль. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Харри Кейн. Карвахаль. Рахим Стерлинг. Матео Ковачич. И все. Свисток арбитра. 2-0. Ну что же, второй четвертьфинал завершен. Поздравляем победителей. Да, они здорово поработали и выиграли вполне заслуженно по сумме двух матчей.